Держитесь, бойцы! Не дайте им добраться до машины! Мы все еще пытаемся наладить связь. Буря! Меняем сигнал! Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Похоже, какие-то проблемы с двигателем. Защищайте машину! Нужно выиграть время! Чёртова буря! Наши спутники ослепли! Отправляю координаты для эвакуации! Я говорил, что мы встретимся снова, и хотите верьте, хотите нет, я человек слова. Буря вывела из строя все каналы связи. Никто не придет вам на помощь. Никто, кроме меня. Вы мне не доверяете, но я ваш единственный шанс пережить эту ночь. Не подождите, там вы найдете укрытие и припасы. Только учтите, туда не нужно. Эта небольшая перестрелка не осталась незамеченной. Скоро Блэквуд выйдут на след. Я проведу вас через аванпост, но вы должны делать только то, что я скажу. Можете поверить, сейчас это в наших общих интересах. Советую не соваться в темноту. Кто знает, что может скрываться в этих песках? Так держать. Вы настоящие герои. Получился весьма неудачным, но он был необходим. У прогресса всегда есть своя цена. Теперь нужно забыть о вашем прошлом и сосредоточиться на будущем. Приготовьтесь к встрече. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Похвальный уход. Держитесь ближе к свету, для своего блага. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Что ж, теперь вы заперты в бункере. Придется уничтожить системы защиты, чтобы выбраться из него. Идем дальше. Хорошо.
Дальше ваш путь лежит через местную деревушку. Вот координаты. Предупреждаю. Дороги кишат существами, которые попытаются вас убить. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Держитесь ближе к свету. Для своего блага. Здесь ваша работа закончена, Варфейс. Следуйте дальше. Деревню полным-полно зомби. Советую вам быть начеку. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Полный хаос. Вот что случается, когда теряешь контроль над ситуацией. Древние руины, о которых я говорил, уже рядом. Держитесь ближе к дороге. В лесу тварей еще больше. Вот это хладнокровие. Как жаль, что вы играете не за ту команду. Поздравляю, Варфейс. Вы добрались до руин без особых потерь. Теперь придется разобраться с тем, что внутри. Найдите вход в подземную базу. Это и есть убежище, которое вам сейчас так необходимо. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Так держать. Вы настоящие герои.
Парфенис, всегда готовый сделать за меня грязную работу. Справитесь с последним заданием. Вы свободны. Нет? Умрете. Это один из моих новых, улучшенных питомцев. Подойдите, он не кусается. Мило, не правда ли? Увы, эта база не может производить их в нужном количестве. Поэтому ее придется свернуть. Отсюда есть два выхода. Если вы не запечатаете их, зомби будут атаковать снова и снова. Советую начать с западного выхода. Теперь запечатайте восточный выход. Warface, через восточный выход все еще идут зомби. И отключите его. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Обесточьте терминал, чтобы остановить производство зомби. До скорой встречи, Варфейс. Всегда приятно работать с вами. Прием! Доложите! Вы меня слышите? Да, наконец-то, связь восстановлена. Блэквуд глушили наш сигнал на протяжении многих часов. Я рад, что с вами все в порядке. Теперь вы должны подняться на возвышение, чтобы вертушка могла вас забрать. Впереди военная база Блэквуд. Мы фиксируем там повышенную активность. Не знаю, что вы сделали, но Оберон явно не собирается вас так просто отпускать. Ничего, мы вытащим вас. Только доберитесь до точки эвакуации. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Бойцы, мы не сможем вас забрать, пока вы не разберетесь с этой вертушкой. Найдите РПГ и сбейте ее.
Мы только что нашли идеальное место для посадки. Неподалеку от вас есть вертолетная площадка. Доберитесь до нее как можно быстрее. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Это безумие. Они наносят удары по своей же базе. Есть запасной вариант. Рядом с ангаром. Вертушка сядет там. Поспешите, пока Берун не разнес здесь все к чертям. Внимание! Враг бросает в бой новые силы. Господи, эти твари становятся все уродливее. Найдите укрытие. С этим чудовищем не стоит шутить. Работайте вместе. Сфокусируйте огонь на цели, когда она уязвима. Мало времени. Блэквуд с минуты на минуту сотрет здесь все в порошок. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Подкрепление врага! К бою! Граната! Остался последний рывок, бойцы! В закромах Блэквуд больше нет монстров! Разберитесь с этими и будь домой свободен. Победа! А теперь поспешите. Птичка уже на подходе. Значит, Аберон хотел сделать грязную работу нашими руками. Не люблю играть вслепую, но во всем есть светлые стороны. Мы прекратили производство зомби. Вряд ли Аберон на этом остановится, так что мы должны быть готовы. Боюсь, это не последняя наша встреча с монстрами Блэквуд.